Здравствуйте, дорогие телезрители! Снова с вами «Мыльная пена» с последними новостями о наших обожаемых звездах латинского кино и телевидения. Начнем с темы животрепещущей. Что может так разделить людей, поссорить близких родственников и развести друзей по разные стороны баррикады? Ну, конечно же, это политика. И поэтому не мне вам рассказывать, как она делит людей на врагов и друзей. События в Венесуэле разделили и наших героев, к сожалению. Джиджи Санчета безоговорочно стоит за президента Николаса Мадуро и оправдывает действия полиции по разгону демонстраций. А вот такие звезды, как Габи Эспино, Скарлетт Ортис, Юл Буркл, Руди Родригес и Габи Спаник считают, что то, что происходит в Венесуэле, кошмаром. Габриэла Вергара однозначно осудила власти Венесуэлы и сказала, что она сама персона нон-грата из-за своих убеждений в родной стране. И она сказала, что то, до чего довели страну сторонники Чавеса, это просто никакому оправданию не подлежит. Красавица Марджори де Соуса не только горячо поддерживает протестующих словом, но и сама принимала участие в антиправительственных демонстрациях. Представляете? Что нужно сделать, да, чтобы гламурные блондинки пошли на демонстрацию, да, стоять с плакатами, протестовать, кричать. Ну, это вообще это умудриться надо. Вот Алисия Мачадо, например, другая знаменитая венесуэлка. Она тоже, в общем, в Твиттере, в свойственной ей манере, обвинила чавесистов в том, что они довели страну до ручки, теперь ищут виноватых. И набрасываются на беззащитных женщин с неприличными словами и угрозами. Ну и аргентинцы тоже не остались в стороне, такие как Кэтрин Фуллоп и Хулиан Хиль. Они когда-то жили в Венесуэле. Кэтрин Фуллоп снимается очень активно в венесуэльских теленовеллах. И вот они тоже, в общем, выступили на стороне противников правительства. А поводом было высказывание бывшего, так сказать, бывшей звезды аргентинского футбола Диего Марадоны, который сказал, что Чавес – это наше все. И Мадуро тоже, значит, молодец, а Чавес до сих пор живее всех живых. Вообще непонятно, чего этот народишко вообще возмущается. Так вот, и Кэтрин, и Хулиан возмутились такой позицией своего соотечественника. Ну и сказали буквально следующее, что футболист он, конечно, хороший. Он, конечно, звезда, они его очень любят, но как мыслитель он полное дерьмо. Вот. Ни черта не понимает в политике и не соображает, до какой задницы два эти деятеля довели страну. Ну, а Хиль оказался вообще мужиком невежливым и прямо назвал Марадону пендехо, что в переводе на русский означает, ну, как бы так поприличнее это сказать, ну, короче говоря, чудак на букву М. А дальше сами думайте. Вот такие вот серьезные дела. Ну, а теперь все-таки к сплетням, да? Ну, мы вот сейчас вот сказали про Хулиана Хиля, и вот хотим продолжить, потому что он таки собирается жениться. А на ком же это? Ну, вы помните, что с Даной Гарсией у него как-то отношения не сложились. А жениться он собирается теперь опять же на колумбийке, на актрисе 23 лет Вивиане Серна. И даже мечтает завести с ней детей. Вот, парочка сейчас усиленно путешествует, они тут недавно были в Швейцарии. Вот, они делятся в социальных сетях сентиментальными фото. Но, зная нрав и обычаи Хулиана, можно предположить, что идиллия скоро того закончится. Ну, если не закончится, то мы, конечно, будем очень рады за девушку. Потому что женить на себе вот этого неуловимого Джо, это дорогого стоит. Недолго радовался отец Адамари Лопес разрыву дочки с танцором Тони Коста. Не прошло и пары месяцев, как они опять вместе. Безутешный папаша. Хорошо сказала оговорка по Фрейду. Безуспешный. Почему безуспешный? Потому что он безуспешно пытался их разлучить. Так вот, безутешный папаша сказал, что все это абсолютно неразумно, но сделать он ничего не может. И правильно. Пусть дочечка уже сама решает, что ей делать. Все-таки Адамаре уже 40 лет, вполне взрослая. И если уж ей этот Тони так нравится, то пусть она, в общем, и хлебает эту чашу до дна. Сандра Эчевария продемонстрировала фрагмент свадебного платья в Твиттере. Вот. Родня, очевидно, в восторге, таки выпихнули девушку замуж.
Вот, очень долго старались, очень долго, так сказать, нудили. И в конце концов у них получилось. В разгаре роман Анны Марии Роско с актером Макси Леоне. Ну, пара абсолютно счастлива, это видно по этой фотографии, ну, даже смотреть приятно. Ну и напоследок интересное фото Марка Энтони со своей бывшей девушкой Шеннон Далима. Они же расстались, вы помните, у него уже же новая подруга, англичанка. И что, и как, что, опять любовь, что ли? Очень интересная жизнь, да? Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Ждем вас в наших следующих выпусках. До свидания.